Добрый день, Яночка, здравствуй. Здравствуйте. Давай поприветствуем всех наших друзей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня проведем урок последний перед майскими праздниками, поскольку мы с Ульяной надолго расстаемся. Мы сегодня попробуем какие-то пьесы сдать, попробуем быстренько-быстренько пробежаться, вспомнить, что мы делали, и получим следующее наше задание. И пойдем отдыхать на майские праздники. Да? Работаем сейчас быстро, чтобы не устать. Ты мне должна 20-й этюд один раз сыграть, вспомни о сложном ритме. Помнишь? В конце этюда. Начинаем. Попробуем справиться. 3, 4, поехали. Левой руки.
вот это место отсюда. Точно со счетом. Там же не так. Так, ты должен точно разделиться. Все хотят послушать, что мы дальше играем, а ты сейчас нас продержишь, урок закончится через 15 минут, и все, и придет. Да? Давай играем некачественно. Раз. Ты же сегодня сдаешь. Раз. Два. Раз. Два. Поехали. Когда мы идем к черной, первый палец будет выше, а когда
пальцем туда-сюда. Сделай мне это движение, это вот так. Это очень важно. Это было хорошо, только я вот так руку не продолжала держать.
Первую руку надо выучить. Сейчас здесь будет четвертый, второй, первый, а потом будет пятый, второй, первый, две руки. Поняла? Вот здесь будет так, а потом вот так, да? И закончим. Все в одном и стали на место. Пусть остановится. Давай. Вот она, кстати, почти хорошо играет правую руку, когда думает об вот этом движении. Очень важно. Поняла, никаких балерин, ничего здесь никуда не подпрыгнет. Балерина твоя взлетит. Я уже представляю себе, где будет твоя балерина. Все, что здесь есть в левой руке, все штрихи, они имеют место. Ну, но сначала его надо выучить, чтобы точно ощущала вот это движение очень ровное, это по кругу. Сначала маленькое движение. Следующее кольцо поезда, да, проходит. Потом следующее, да. И потом вот это торможение начинается, да. Как бы к станции подъезжаешь. Да? Конечная станция. Совершенно верно, но без большого замедления. Хорошо? Это твое задание. Этот этюд выучишь. Хорошо? Этот этюд разобран на 5, но выучить надо. Этот разобран на 5, но выучить надо 25. Хорошо? 24 оставляешь. Так, быстро сдаем мне марш. Сыграем его в темпе. Подожди. Давай, сходи. Больше. Пока играть не будем, лучше играть просто чехать. Я пока так вот зачем, чтобы тебя это не смущало. Я так всегда, когда разучу, я не играю. Ну, вообще-то надо, конечно, но пока мы не будем, ладно? Когда разучу, я хорошо. Не хорошо, это остается, задание получили. Теперь сыграй мне, пожалуйста. Сейчас ты сыграла марш, а теперь у более современного композитора сыграем гавот. Композитор Гилл, да? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз.
Раз, два, три, 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 раз, два, три,
со временем мы будем их как модель использовать для педали. То, что тебе это уже будет знакома музыка. Поняла? Вот давай теперь место запомни, только что ты должна выучить. Во-первых, ну, текст поточнее, да? И что ты должна делать? Смотри. Раз. Обозначение знаешь, правое, левое, да, здесь стоит? Да. Смотри сюда. Твоя задача. Раз. Точно на три, но чтобы ноты шли подряд. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Быстро находи следующую. Свое место,
мы с тобой тихонечко движемся к одной из самых лучших страниц, которая называется «24 прелюдии во всех тональностях». Да? И она совершенно замечательная, эта тетрадь, она замечательная тем, она во всех мажорных и минорных тональностях написана. И она очень хорошо тебя научит играть тональности разные. Чувствовать себя удобно в разных положениях, в разной тональности. Ну, начнем мы с очень такой простой пьесы здесь, не совсем в том порядке, в котором написано, да, будет все. У нас такое, потому что здесь уже очень трудно. Да. Японские ноты, здесь очень много обозначений всех, правда. Вот, например, да, вот эта пьеса, я не помню точно, как, по-моему, какая-то осень, там что-то такое. Посмотришь, вот такая, например, смотри. Шаги в этой пьесе, где мажор, где минор. Ну как, ну вот я сейчас показала, где напишешь, что это вот в этом месте. Это мажор или минор? Да. Хорошо. Вот это. Да? А вот это. Поэтому здесь играется так. Здесь вопрос есть. Да? Здесь уже понятно, что это минор, да? Значит, вот в этом месте играется как-то особенно, правда? Значит, будет такой подъем вопросительный. Вот это как бы тянет нас уже в минор, да, вот в этот трагический. А могло бы запросто. Так, был бы мажор, а там у него вот так. Да? Из минор в минор. Да. И есть такая ночная песня. Вот такая есть пьеса. Я немножко с конца, потому что они немножко здесь похожи и на этюд будут казаться, только не быстрые. Смотри. Мы играли такие вещи, да? Просчитывая ее, да,
но соединяйся. А потом рукой, как будто ты учишь этим, ты правильно сказала, ты Оля. Просто поучиться. Хорошо? Да. Вот эти две песни. И еще одна очень красивая. Смотри. Мажорная. Важно в этих аккордах. Раз, возвышение. Внутри. Видишь, они вот эти нотки ля, соль, фа, диез. А потом, смотри, вот так. Слышать вот на этой ноте аккорд. Смотри, вот видишь, потом возникнет пауза и будет новая гармония. Тоже будет, да, это парочка. И отсюда будет. Красиво, октябрь. А я уже в апреле, скоро май, значит, март, апрель, май, весна. Да. А октябрь? Лето. Лето? Да. Июнь, июль, август. А вот потом что начинается после лета, когда ты хочешь? Осень. Осень, первый месяц называется. Дети идут в школу. А второй месяц, октябрь. Октябрь. А чем он отличается декабрь. От сентября? Подожди. А чем октябрь отличается от сентября? Не знаю. Не знаешь? Ну ты понаблюдай, когда наступит следующая осень. А в октябре уже бывает так, что еще деревья с листьями, а на лужице уже может быть корочка со льдом. Сначала начинает с тем, а потом это будет у нас номер три. Это очень трудно. Но мне для того, чтобы начать педаль, мне нужно, чтобы она очень хорошо слышала вот эти размышления. Хочешь играть с педалью? Тогда получить намертво текст к следующему уроку. Договорились? Все. Все, замечательно. Работало. Молодец. Все, мы закончили. Направим все. Всем желаем хороших выходных. До свидания.